I got you. Go, I'm right behind you. Grab on. Что? Какого? В смысле? Только не говорите, что это из-за QTA. Боже, серьезно? Охренеть. Ребят. Так, берем виллы, берем факелы и идем в офис Skybound. Тейлов, без... Это... Я просто не знаю. Охренеть. Ее укусили. Или не укусили? Погодите. Пожалуйста, кожа, боже. У меня сейчас... Я не хочу это делать. Ребят, там укус. Все. Капец. А ведь многие говорили, что укус это глупая смерть. Боже, ё-моё. Уф. Это произошло так неожиданно, что... Я не знаю, блин. Как можно было так вляпаться? We can't stay here. Все-таки Skybound'ы спойлернули в трейлере это, и, боже... Мы за это их будем карать. Офигеть, укус. У меня нет слов, ребят. У меня просто нет слов. Я даже не представляю, что вы сейчас пишете в комментариях. Я с тобой. А, это та скала. Окей, это значит, они тянутся руки над скалой, а не над рекой. Скорее, я следом. Они тебе будут щекотать пяточки? Ты хочешь в массаж ног? Так, я ползу. Хватайся. Я хватаюсь. Так. Щекотно, щекотно, не надо щекотно. В смысле? Так, серьезно, может, не надо, пожалуйста, не надо Клементиночку кусать-то. Так беспонтово. Это так беспонтово. Охренеть. Потеря, потерь. Клем, все, трындец. Типа, тут сказать больше нечего. Ну, типа, да, как бы отрубать ногу. Думаешь, отрубать ногу? Нет, тут без вариантов, как бы. Бляха-муха. Вот вам и финалочка, конечно. Такая спокойная. Да мы поняли. И сразу так тихо стало. Прошел только час! Как? Это у всех такое, или это можно было как-то избежать?
нажимать или я не понимаю, я сейчас все нажимал. Или... типа мы теперь будем наживать последние часы жизни Клементины? По-моему, это слишком жестко для игрока. Пошли, нельзя здесь Пойдем оставаться. Надо идти дальше. Надо идти дальше. Надо. Я с тобой. Давай, давай. И Джей, залазь. А как мы залезем? Быстро. Быстро, быстро, быстрее, пожалуйста, Клемушка. Хорошая моя. Давай. Только за ногу меня не хватай, пожалуйста. Хватайся. Вот этот мой момент с вами видели. Давай. Нет! Нет! Подождите, он нас укусил? Да нет! Как это? Подождите, ее что, реально? Да ну нафиг! Ее укусили? Нет, ребята, нет! Клем! Твоя нога! Да не, ну разработчики, как вы так могли? Как вы так могли сделать? Я надеюсь, что не ее укусили. Что ты пришел посмотреть на эту дичь? Тебя тоже укусили? То есть ее реально укусили? Что ты мне на Эльпа? Я не хочу открывать. Есть укус? Чуть я не поняла, так есть укус или нет? Мы же, нам же просто ногу разодрали. Есть или нет? Не, не укусил? Не укусил? Нас укусили, ребят? Нет! Нет! Да ну нафиг! Меня укусили. Так, нет, стоять! Подождите, 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 пауза, стоять! Как Клементину могли укусить? Почему ее укусили? И, ребят, если что, тут Олег просто стоит. Почему ее укусили? Как можно так сливать персонажей? А у тебя Тен жив? А меня убил, а меня и Джей Тена застрелил. Джеймс у тебя погиб. Ребята, как такое может быть? Нет, подождите, стоп, я отказываюсь играть дальше, потому что я так не могу. Но получается, мы никак не можем этого избежать. У тебя тоже с мостом было это все? Клем. Кошмар. Я с тобой. Скорее, я следом. Хватайся. Нет. Твоя нога. Меня укусили. Давай, давай, давай. Черт, нифига, ей же, конечно, тяжелый стал. Скорее, я следом. Давай, Клементина, сейчас схватят за ногу, причем за больную, и ты даже отбиться не сможешь. Как она лезет-то с больной ногой?
Хватайся! Нет! Молодец, давай, давай, давай! Двигай телом, отдыхай! Черт, он... Постой, зомби же укусил ее за ногу только что. Вы понимаете, что все, это конец? Клементина таки укушена. Она таки укушена. Клим. Клим. Твоя нога. Она не только повреждена, но и укушенная. Нет, ну это пиздец, братья. Это пиздец. Это пиздец, орлы. Все, минус нога. Клементина инвалид. Ногу не только разрезали, но и укусили. Она осознает, что все. Это конец. Ноги больше не будет. Я представляю, если бы я на своей ноге это сделал. Дайте я на свою ногу посмотрю. Не, я не могу это представить. Не знаю, это все-таки в игре происходит. Я не могу проникнуться этим. Но да, да, ей укусили ногу, все. Минус нога. I got bit. Меня укусили. Вопрос, умрет она или нет? Успеет ли она отрезать ногу? Решится ли она на такой шаг? Представляю, сейчас Айджи наводит пушкой на голову и стреляет. Вот это была бы концовка титра. Я бы охренел, конечно. Да все бы охренели.